Блин, ребята, всем привет! Спешу купить быстрее скин. Забыл, что сегодня заканчивается акция. Быстрее, уже 11:26 секунд. Фух, я успел! Блин, всем этот скин купил, разыграл, всем подарил, а себе забыл. И неизвестно, когда появится этот скин опять. И слава богу, я успел. Он не такой дорогой. Он просто дело в том, что я забыл вообще себе на аккаунт его купить. Господи! Как хорошо, что я успел зайти. Давайте покупаем на последней секунде. Чпокс, чпокс. Давай, иди сюда. И сейчас должно обновление быть как бы по логике, да, в 11. Но ни хрена. Но ни хрена. Обновы нет. Неизвестно. Она может быть сегодня. Она может быть через час, через два. Она может быть завтра в 11:12, в час, в два. Она может быть в среду. То есть она реально может быть в среду. Но мы все ждем ее сегодня, в понедельник. Поэтому, ребята, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, если тоже ждете обновление. Если тоже ждете новую легендарку. Если тоже хотите ее получить себе на аккаунт. А я ее разыграю среди вас. Вот кто сейчас подпишется на канал и на мой инстаграм, в описании ссылка. Будьте уверены, что вы сразу участвуете автоматически в моем конкурсе на Сэнди. Ну, если она, конечно же, будет в розыгрыше сразу же в обновлении, точнее в акции. Короче, друзья, Леончика купили, пока обновления нету. Ну, надеемся, что оно будет сегодня, а там время покажет. Погнали, я на основе пару каток скатаю, давно не катал. Доброго утра всем, приятного просмотра, усаживайтесь поудобнее. А, наверное, вы и так сидите удобно. Да, вы сейчас на учебе, да? Ладно, ребят, тихонько, если смотрим ролик где-то на уроке или на паре, смотрим тихонько, не палимся. Приятного просмотра, поехали. Так, берем акулу. Тыщ. Так, где его пассивку нормальную? Вот это нормальная пассивка. Что у нас тут? Поехали, проверим. Давно не играл на основе. Так, хорошо. Так, что еще? Ой, что-то я хотел сказать, вылетело с головы, блин, вы представляете? Я только проснулся, завел будильник, короче. А, я просто вспомнил, что сегодня ж типа все, конец акции. Я уже одному победителю купил Леона и пак с гемами. Вчера выбрали на стриме. А, вот, результаты были, ребята, конкурса на Холдик Стрим, потому что мне на основе, на этом канале, стрим удалили. Точнее, ну, нам заблокировали трансляцию, и мы не могли стримить на основе. Ну, я перешел на Холдик Стрим, мы там выбрали двоих победителей, одного в Инстаграме и в Ютубе, как и планировалось. Вот, и тот, кто выиграл 50 долларов, я ему купил гемы. Я ему купил гемы, и на эти гемы я ему купил мифического бойца в магазине, Леона купил, и того у него остался один мифический боец, и одна лего не выбита. Ну, короче... Неважно. А второй победитель еще не связался, он не успел на Леона, но в любом случае он получит, когда ответит, приз деньгами. Это если кто не был на стриме вчера, да, и, короче, не знает, что по поводу результатов. Так, еще какая-то информация была у меня, но я что-то вот, ну, только проснулся, ребята. Только проснулся, блин, я такой смотрю, блин, осталось пару минут, камон, надо срочно... Надо как-то срочно. Ух, как ляпнуло, да? Неприятно, неприятно. Куда ты улетишь? Тебе и улетать толком некуда. Тихо. Стоим тут, хилимся. 4 бойца. Блин, ну, скин, конечно, классненький. Кстати, ребята... ну, такой спойлер, может, небольшой. На моем влоговом канале вы увидите шмотку со скином Леона. Ну, короче, если вам интересно... Оу! О, какой Леон, смотрите. То есть, под заказ будет этот шмот на Леона. Ну, типа, в виде Леона. Короче, если вам интересно, влоговый канал, ссылка в описании, подписывайтесь. Где-то через недельку видос будет. Я выиграю это на Леоне. Есть, топ-1. Что-то хотел важную информацию донести. Ну что ж такое, блин, вылетело с башки. Так, ладно. Короче, обнову я... Ну, я не ждал ее в 11. Может, кто-то там рассчитывал, что обнова будет до обеда. Если обнова будет, мне кажется, она будет в обед, после обед.
Ну, по логике, потому что точно, может, кто-то и знает точную дату, да, там, может, Серега знает, потому что он там является официальным ютубером, у него есть вся информация, доступ там к серверу, короче, он, может, и знает, но информация, как говорится, конфиденциальная. Ну, то есть, конечно же, палить и сливать инфу нельзя, поэтому нам всего лишь догадываться. Но если догадываться, по логике вещей, они нам показали снэкпик, они нам показали... Ну, короче, они показали, что будет в обнове, да, вот, и им, по сути, ну, ничего не остается, как выпускать ее. Поэтому, по логике, она должна быть сегодня. Ну, это ж разрабы, что-то где-то допилят, сейчас выпилят, распилят, короче, и скажут, завтра обнова. Потом, завтра мы не успеваем, там не грузит в App Store наше обновление, короче, послезавтра ждите ее. Потом что-то у них где-то, что-то за интернет не заплатили, блин, сегодня не успели загрузить, наверное, в пятницу, братва. Ну, короче, не знаю, там отмазок может быть... 2000. Ого. А если она туда выстрелила, значит, там она кого-то видела, да? Наверное, давайте все-таки сделаем... Боже, как я не люблю, когда ко мне так Леон подходит. Ну вот представляете, как это обидно. Ты вроде играешь нормально... И тут со стелса тебя накрывает Леоном. О. Ну шо, новая цель. Поехали. Представляете, как он охерел? Он должен был добить примата. В итоге сдох. Братик, кукуси. Ух ты, блин, вот это он ультанул нормально в меня. Так, хилимся. 5 банок против 12. Ну давай, 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 давай. Епть, епть. Так. Ух! Yes. Не, ну это было легко, 12 банок. И еще плюс 10. Каев. Фуловым талионом играть, господи. Ребятки, напишите сейчас, откуда вы меня смотрите. Вот на данный момент. Просто, ну я записываю в понедельник. Самый такой, вспомнил, что хотел сказать. Погода резко так поменялась на улице. Я сегодня просыпаться аж не хотел. Так холодно, ребята. Как у вас, откуда вы? Как у вас там дела? Напишите. Потому что сегодня так. Такое, ну не мороз, но так холодно, блин, ветер такой, короче, настоящая осень. Вчера так солнышко, все дела, да, вечером прохладно, но тем не менее, солнышко. А сейчас просто жесть, короче, чувствую еще неделька-две, пацаны, и все, я из дому выходить не буду больше. Блин, я даже не знаю, что потом на влоговые каналы буду снимать, когда буду целыми днями дома сидеть. Не знаю, буду какие-то распаковки записывать, на дому открывать, да. Буду какие-то... Ну, а чё, я никуда не хочу, когда холодно. Ну, согласитесь, да, не очень. Не люблю осень, честно, вот, вообще. Эх. Зиму еще ладно, нахуй. Это зима. Блин, да иди в сраку, короче. Так. Так. Вот, и напишите, откуда вы сейчас смотрите мой ролик. На учебе, или вы остались дома, заболели. Кстати, я тоже приболел, и Даня у меня приболел... Но что-то, короче, катка не пошла. Со всех сторон меня чпокали. И в итоге, короче, чпокнули. Да, да. Так. Трунь, трунь, трунь. Короче, если будет обнова, что мне, стримчанский запускать, не запускать? Конечно, блин. Делать обнову, когда все в школе, такое. Ну, блин, разрабы как бы под это не подстраивались никогда. Они всегда подстраивались, когда я уезжаю, тогда и пилит обнову. Короче, спойлер, обнова будет, когда я уеду. А я пока не собираюсь, ребята, уезжать, поэтому дальше думайте сами. Оп, хорошо. Так, 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 есть. Ну что, погнали. Привет, Леон. Так, мне надо бы ульту набить. Стоять. Ладно. А что я так долго хилюсь, блин?
Убегает от меня. Ну ладно. Тут кто-то еще остался. Сейчас я его убью. Хм. Все от меня убегают. Иди сюда, мальчик. Мне бы ульту на тебя. Блин, ну ты же никуда не убежишь. Нет, ты смог убежать. Нифига себе урон прошел. Хилимся. Ну сейчас бы так использовать инвиз. Ну давай. Шо он вот просрал? Лол. Есть! Ну все, бро, ты попался. Теперь ты от меня не уйдешь. А где Леон? Я принципиально хотел Леона первым убить. Но попался ты, Дэрил, сорян. Ёлки-палки. Ёлки-палки! Ёлки-палки! Короче, чуть вообще этот Леон меня чуть не выбомбил. Друзья! Я успел купить акулу себе, акуленка, акулу. А еще логотип мне пилят тоже с акулы, но это не связано с Леоном. Это немножко другая история, я потом расскажу, когда сделают мне логотип. Ну там неизвестно будет логотип или что-то другое. Подпишитесь на инстаграм и на ВК, там я не знаю, просто будет голосование с выбором логотипа. Мне понадобится ваша помощь. Или в паблике, я не знаю, где я выгружу. Скорее всего в инстаграме. Друзья, подписывайтесь на канал, ждите. Я никуда не уезжаю, пристально буду наблюдать за обновлением, как только оно появится. Естественно, запишу обзорчик, свое впечатление, посмотрим, что там добавили. Хочу поиграть в новом режиме, жду нового легендарного бравлера, которого сразу же, надеюсь, получу и сразу же вам его разыграю. Но вы, в свою очередь, выполните заранее условия. Подписка на инстаграм, на канал, если хотите поучаствовать. Ну, в общем, всего хорошего, ребят. Скоро увидимся, до новых встреч и всем пока.